Всем привет! Сегодня 19-й день уже нашего РД челленджа. Сегодня я вообще эффективно провел свой день, потому что сейчас уже у нас 2,5 дня, и я уже прочел книгу, занимался спортом, и у меня остался просто снимать вторую часть видео и делаю монтаж и положу его на канал. Давайте поехали. Сейчас время для нашего разговора, и от названия видео вы уже догадываетесь, что сегодня будет топ-5 фильмов, которые должен посмотреть каждый человек, кто хочет стать успешным. Поехали! Пятое место наш папа занимает кино, которое называется «Форест Гамп». Это кино про то, что никогда нельзя сдаваться. Не важно, что говорят люди вокруг, важно, что происходит в твоем уме, внутри тебя. И надо всегда идти к целям. Главного героя играет Том Хэнкс. Я думаю, вы его уже знаете из других фильмов. Четвертое место в нашем топе занимает кино, которое называется «Игра на понижение». Кино про то, что можно делать, когда падает финансовый рынок. Вообще очень интересное кино про бизнес, о многих областях бизнеса. Вообще советую смотреть его. Главный герой играет Кристиан Бейл, тоже очень знаменитый актер. Рекомендую всем посмотреть. А мы поехали к третьему месту в нашем топе. Фильм, который на третьем месте, тоже относится к бизнесу. Это вообще фильм про лидерство, про бизнес и все такое. Это фильм «Волк с Уолл-стрит». Там происходит все одновременно. Главный герой играет никто иной, как Леонардо Ди Каприо. Помогает отчим духом, чтобы набраться сил, ума и воли, чтобы идти к своим целям. Второе место в нашем топе занимает кино, которое называется «Социальная сеть». Это кино про создание Фейсбука, которое мы все сейчас используем. Главного героя играет Джесси Айзенберг. Я думаю, вы его знаете. Он играл в фильме «Иллюзия обмана», и там получилась сумасшедшая известность. Прежде чем мы завершим наш топ, и я скажу, какое кино заслуживало первое место в моем топе, я хочу сейчас говорить о кино, которое достойно упоминанию. Третье место в моем списке достойного упоминанию занимает кино, которое называется «Всегда говори да». Это немного комедийное кино. Там играет сам Джим Керри. Я думаю, все знаете его. Это комедийное кино, но в нем закрыт смысл. Это о том, что жизнь дает всегда шансы, и нам нужно только принять эти шансы и использовать их. Второе место в моем списке достойное упоминанию занимает кино, которое называется «Вселенная Стивена Хопкинса». Я думаю, вы знаете, кто он такой, Стивен Хопкинс. Я взял его, потому что в нем чувствуется то, что болезни или какие-нибудь травмы, инвалидности не может быть причиной, чтобы стать известным, стать успешным человеком. Первое место в моем списке достойное упоминанию занимает фильм «Основатель». Это фильм про создание огромного франчайзингового бизнеса «Макдональдс». Про Рэя Крока, который основал «Макдональдс». Я думаю, ничего уже нельзя говорить, просто зная, что это история создания «Макдональдса», его нужно посмотреть. Потому что до сих пор «Макдональдс» один из лучших бизнесов в мире. Он есть почти в каждом уголке света, и он имеет огромный успех и огромный оборот денег. Итак, мы наконец-то дошли до первого места в нашем топе. И первое место в нашем топе достойно занимает фильм, который называется «В погоне за счастьем». Ребята, я не могу описать величину этого кино. Вообще, те люди, которые желают стать успешными, у которых цель стать успешными, которые мечтают об успехе, должны 100% смотреть этот фильм, потому что это про то, что никакая ситуация не должна тебе мешать. Ничто тебе не должен мешать идти вперед и добиваться своего. Если у тебя есть цель, бери за него и делай до конца. Неважно, в каком ты ситуации сейчас, неважно, в какую ситуацию ты попал, или попадешь, какие удары тебе не наносит жизнь. Всегда надо следовать своему пути и никогда нельзя сдаваться.
И главного героя в этом фильме играет один из моих самых любимых актеров, конечно же, Барак Обама. Ладно, это шутка. Главного героя играет, конечно же, Уилл Смит. Прекрасный актер. Ребята, закончим на этом наше видео. Все имена этих фильмов будет в описании. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, поделиться видео с вашими друзьями и родственниками, потому что они тоже должны знать о всем хорошем и о всем эффективном. Всем спасибо за просмотр и всем пока.